Всем привет! И в сегодняшнем ролике мы поговорим с вами о том, как превратить бизнес в удовольствие. На самом деле, когда я работала над темой этого ролика, первое, конечно же, что приходило в голову, это самый банальный ответ из серии «А зачем вы делаете то, что не приносит вам удовольствия?». Но мы не будем сейчас в этом ролике говорить, что да, надо выбрать предназначение, смысл жизни, перестроить его или хобби, перестроить его в бизнес и каким-то образом, в общем, в этом находить постоянное удовольствие. Давайте спустимся на землю и поймем, а что же делать, если я уже занимаюсь каким-то делом, если я уже занимаюсь бизнесом, или если, например, когда-то это было моим любимым делом, но это стало уже достаточно крупным и большим, и вдруг я потерял удовольствие, или у меня изначально его не было, но я уже этим занимаюсь. Вот на этот вопрос было интереснее отвечать, поэтому об этом сегодня и поговорим. И первое, чтобы мне хотелось сразу вам сказать, что не отчаивайтесь, друзья, такое бывает. Это бывает сплошь и рядом. Мы все так или иначе перегораем в том, что мы делаем, даже если мы безумно это любим. Не бывает такого, чтобы человек постоянно ходил как светящаяся лампочка, и все ему нравилось, все устраивало, и полностью вообще все было здорово и круто. Да, бывают моменты спадов, бывают моменты энергетических спадов, бывают моменты, когда мы не знаем, что делать, например, в нашем бизнесе, да, когда для нас это прям, ну, то, что называется ментальная растяжка, когда нужно выйти на новый уровень, когда надоело уже то, что есть, и это все абсолютно нормально. И первое, что нужно перестать делать, это паниковать, переживать на этот счет. И уж тем более думать на тему того, что ну если мне не доставляет это удовольствие, значит это не мое дело или не мой бизнес, или я не буду больше этим заниматься, или надо как-то там переформатировать все это. Нет, надо просто понять, что такие периоды бывают. Если у вас такой период, то надо просто его, ну, пережить. Может быть, поехать в отпуск, может быть, переключиться на другие задачи, может быть, пообщаться с партнерами, со своими и выработать какой-то другой подход. Но если у вас не такой период, и вы точно понимаете, что вы глубинно не получаете удовольствие от того, что вы делаете, или от вашего бизнеса, то есть буквально несколько способов, как можно улучшить эту ситуацию и все-таки чувствовать себя каждый день радостно, когда вы соприкасаетесь с вашим делом или с вашей работой. И первое, на что необходимо обратить внимание, это на то, а что конкретно вы делаете в вашем бизнесе, и что из этого вам нравится все-таки в некоторой степени делать, а что вот прям категорически не нравится. Приведу конкретный пример. Вот могу про себя в этой ситуации сказать. Мне, например, не очень нравится заниматься учетом финансов, например, да, но периодически мне необходимо это делать, работая со своим даже финансовым директором, мне необходимо вести определенный там учет и как-то в этом участвовать. Да, мне это не доставляет удовольствия, поэтому это один из тех факторов, которые я сразу хотела делегировать. С другой стороны, мне очень доставляет удовольствие, например, взаимодействовать с командой, выстраивать взаимоотношения, продумывать, например, инструкции, взаимодействовать с людьми, чтобы вырабатывать новые идеи продвижения, следить за трендами и тенденциями, ну, там, записывать ролики, например, да. И у каждого абсолютно человека есть такой список. Составьте себе просто список. Вот я так сделала. Я составила себе список того, что я делаю в компании. И среди этого списка я маркером выделила то, что мне доставляет удовольствие. И в течение полугода все остальное я делегировала. Причем, смотрите, делегирование – это не то, когда вы спихиваете на кого-то, абы кого-то, то, что вам не нравится делать. Делегирование – это абсолютно другой процесс. Но я об этом говорила в своих предыдущих роликах и могу записывать еще. Если, кстати, вам очень интересна тема делегирования и глубоко в ней разбираться, вы пишите комментарии под этим видео, я обязательно буду отвечать и запишу еще вам ролики на эту тему. Список того, что вы делаете в вашей компании, маркером выделено то, что вам нравится делать, все остальное составляем прям план, to-do list, когда, кому и через какие инструменты мы это делегируем. Чаще всего, в большинстве случаев, это помогает. То есть вы уже, скажем так, сокращаете очень сильно количество тех действий и итераций, которые не доставляли вам удовольствия, и фокусируетесь больше на тех задачах, которые действительно приносят вам удовлетворение. Сразу это не произойдет. Дайте время. Поработайте над этим делегированием, поработайте над тем, чтобы расширить вашу команду или, например, делегировать задачи на уже существующую команду, но сделать это грамотно, чтобы потом оно не вернулось к вам обратно бумерангом, каким-нибудь неприятным даже, можно сказать, бумерангом, да? Я очень надеюсь, что у вас есть некая жизненная стратегия, то есть вы в целом понимаете, как бы вы хотели прожить свою жизнь. У вас есть, может быть, некий план, цели, какое-то видение, какая-то картинка. Так вот, то, чем вы решите заниматься в рамках вашего существующего бизнеса, должно каким-то образом соотноситься с этой картинкой, целями или стратегией. То есть это не должно уводить вас от глобальных ваших задач и глобальных ваших целей.
Эти задачи могут корректировать, например, ваше видение, безусловно. У вас на самом деле бывают даже такие случаи, это правда 5% из 100, когда при проведении вот такой вот работы, о которой я только что говорила, у человека вообще меняется даже видение, и он понимает, что на самом деле ему было бы интересно заниматься вообще другими делами внутри своей даже существующей компании. И корректируется и жизненный план, корректируется видение, все корректируется. Но в большинстве случаев люди не любят резких изменений, это происходит постепенно, поэтому для начала просто соотнесите то, что вы выделили желтым, да, то, что вы выделили маркером на своем листе, соотнесите это с вашими целями, с вашими планами на жизнь. Если это совпадает, если это коррелирует, прекрасно. Дальше, соответственно, возвращаемся к пункту номер один – делегирование, когда вам необходимо делегировать грамотно то, что вы не готовы больше делать внутри компании. Ну и еще одна очень интересная рекомендация, которую мне хотелось бы вам дать – это начните строить свой личный бренд. Ваш собственный личный бренд – это всегда интересно. Вы всегда заинтересованы сами в себе. Вам всегда будет интересно рассказывать свою собственную жизненную историю, показывать себя определенным ракурсом сообществу, обществу или вашей компании, например, вашим партнерам. Личный бренд – это как раз то, что может привести вас к новому витку любви к вашему собственному делу. Вы увидите его с новых ракурсов, потому что первое, с чего вы начнете – это формирование фундамента вашего личного бренда. А фундамент вашего личного бренда, вашего социального личного бренда, всегда будет так или иначе соотноситься с философией вашей компании, вашего продукта или вашей услуги. А значит, вы можете найти в этом новые смыслы, новое вдохновение, новое веяние, так скажем. Начните формировать личный бренд на фоне того, что вы делегируете те задачи, которые вам уже не интересно делать в вашей компании. У вас освободится новое пространство. Вы наверняка захотите делать что-то еще. И вот в этот как раз момент очень здорово как раз начать заниматься своим личным брендом, его упаковкой, формированием и продвижением. Тем более, что это всегда усилит ваше основное дело, и тем более, что это всегда и везде будет оставаться для вас очень интересным и вдохновляющим моментом.